13 сентября жители Самары сформируют состав нового уровня власти. В городе пройдут выборы в районные советы депутатов. О своем участии в избирательной кампании уже заявили представители всех парламентских и ряда непарламентских партий. Вчера документы на 39 кандидатов по списку в избирательную комиссию Октябрьского района подали представители партии «Единая Россия». Кандидаты становятся действительно народными. Это люди, которых знают, которых поддерживают на местах, которые пользуются доверием. Это председатели советов многоквартирных домов, это работники социальной сферы, то есть территориальных общественных советов, то есть те, кому люди со своими проблемами обращаются каждый день. Кандидаты уверены, для того, чтобы помогать жителям, не обязательно дожидаться дня голосования. Работу нужно начинать уже сейчас. Мы встречались и с председателями ТОСов, и с председателями многоквартирных домов, собирали советы многоквартирных домов. Они нам с помощью них и с ними вместе, мы, собственно, и пишем программу кандидатов, по которой потом будем отчитываться. Будем стремиться, пытаться сделать район, Октябрьский район, ярче, краше. Выдвижение кандидатов идет полным ходом. На сегодняшний день только в Октябрьском районе документы на регистрацию подали более 150 кандидатов от 8 политических партий. Выборы идут активно, спокойно, в доброжелательной, нормальной атмосфере. Кандидаты политические партии ведут себя корректно, очень активно. Это радует. С изменением системы местного самоуправления в Самаре персональная ответственность каждого кандидата, а впоследствии депутата районного совета, возрастает. Жители будут знать, кто представляет их интересы в совете, к кому обратиться за помощью и от кого потом требовать исполнения обещаний. Павел Баймаков, Константин Головин. События.